Здравствуйте, друзья! Вернулся с отпуска, купил уже четвертый слот в ангар, купил Avenger. Сейчас занимаюсь сбором средств, так сказать, на второй Avenger и поставлю его на Наташку. Будет такая у меня, в принципе, очень нагибательная машинка. Впоследствии эти два Avenger перейдут мне на Буллока, который очень-очень долго собирается. Ну и вот первая проблема, которую я вывел, начав новый ангар, то, что мастерская как-то прокачивается очень-очень долго. Первые три слота быстро. И вот, чтобы получить 15 левел, у меня уже стоит на месте, я даже не знаю, возможно, неделю. А получить 25 левел, я так полагаю, это будет месяца через два. Поэтому, я так думаю, надо бы разработчикам это время сократить. Потому что как-то очень и очень долго открываются эти слота. Я уже поиграл, интересные бои я вам выставлю. Так, что я набил? Стычку я не играл, не хочу. Там дается маленькое количество серебра. Получите жетончики, потом будете крутить. И не факт, что вообще что-то интересное выпадет. Кому-то может повезти. С первого открытия дадут вам нового робота вооружения. А возможно, вы просто потратите все это впустую. Лотерея, у меня есть несколько жетончиков. Давайте оставим напоследок. Сейчас покрутим ящики. Можем открыть два раза за 100. Я за рекламу открываю, 10 трачу, за рекламу открываю, а коплю потом 100 и открываю за 100. За 1000 я не открываю и вам не советую, потому что там выпадет... Вот у меня выпал Ланселот. В принципе, года 2 назад бы я бы сейчас заорал бы, как дикий бы, да? И дико долго радовался бы. Не открываю ее за 1000, потому что там выпадают детальки. И где гарантия, что вам выпадет, допустим, необходимый вам робот, да? Гарантии просто близится к нулю. Выпадет, допустим, вам инвайдер, а вы его не хотите. Даже после апа инвайдер остается как лево, в принципе, большой кучей мяса, да, жирной кучей мяса, на которой можно много набить хпшки, много набить урона. Также может выпадет вам шактрейн. Накопите вы 1000, выпадет вам шактрейн, и потом вы игру забросите, поверьте мне, друзья мои. Вас от такого разочарования просто посидеете вмиг. Поэтому не занимайтесь этим. Мой вам совет. И дали мне 100 тысяч серебра, в принципе, ничего интересного. Ну давайте, у меня есть десяточка, откроем за десятку еще. Что здесь мне? 12. Неинтересно. Ну и переходим к самому интересному. Самое интересное, это, конечно, лотерея. Тут у меня... 16 мы сможем открыть два раза всего лишь. Ё-моё, а. Ну давайте два раза крутанем. Я уже крутил два раза. Вот как вы видите, что мне выпало. В принципе, кто-то бы обрадовался. Да, 1000 деталей выпало. 1000 деталей. Но все равно это... Спасибо за подписку. Давайте посмотрим. Может быть и добьем этого белого робота. Ну, выпало 100. Да. Дальше что? Ну, 1000 зеленого дракона. Зеленый дракон и белый дракон мне нравятся, да? Ну, зеленый, я думаю, предпочтительнее, потому что все игроки уже опытные. Для ближнего боя используют анти-инвиз, для ботов-кемперов используют лечение. В ближнем бою, потому что более предпочтительно анти-инвиз, чем лечение. Уже в боевых ситуациях не раз... И мной замечено, и другими игроками, что не лечиться нужно, когда по тебе стреляют какой-нибудь там робот в инвизии, а нужно использовать антиинвиз и быстрее его убить, потому что у нас роботы сгорают быстро, и лечение в ближнем бою вас не спасет, если на вас нападет там, ну, допустим, спектр аркановый, да. Так, бой начинается, давайте покажу вам. Золото 2, лига. Кто здесь играет? Так, ну тут ничего удивительного нету, пока мы видим гриффинов, Лео видим. Вот, и вот красный дракончик уже есть, да-да-да, я вот это и хотел вам показать. Просто рандомно начал запись боя, и вот он, красный дракончик. Также попадаются в золоте 2, в золоте 2, золото 2, спектр, я просто в шоке был, там на арканах, там таранах бегают. Белые драконы, зеленые драконы попадаются, инквизитор, инквизиторов просто побольше, да, чем всех этих спектров и крутых новых роботов. В общем, какая-то тут беда творится.
Так, по мне урон не прошел, отлично, это по красному стреляли. Ну, видите, пацан, новичок, собрал какую-то чушь. Спарк, два лазера и легкий драгун. Так, вроде бы мне в статистику должен зачислиться захват трех маяков. Ну и вот он классного нового робота слил. Если он, конечно, классного робота купил за деньги, это, конечно, печально. Потому что вроде как цена одинаковая у них, да, если не ошибаюсь. Зеленые и белые, естественно, будут предпочтительней. Ну, с учетом того, что все опытные парни используют анти-энвиз модуль, а не лечение для ближнего боя, то белый дракон должен умирать очень-очень быстро. Ждет меня, караулит. Ты на меня смотришь, да? Да, на меня смотрит. Ну, давай посмотрим, чем все закончится. У кого больше выдержка? Поверь мне, братюня, у меня выдержки будет побольше, чем у тебя. Так, все, до свидания. Потроллили, пацана. Можно было, конечно, пострелять одним слотом из-за укрытия. Вот он, инквизитор, пожалуйста. Ну это просто, ну это робот для чемпионского боя. Но если парень играет... Ох ты, Афида сейчас получу. А не, я получил. Если парень играет на инквизиторе, то, пожалуйста, засуньте его в чемпионы. Неважно, какая у него прокачка. У него сам по себе робот-то крутой. Или хотя бы сделали бы лиги. Да? Вот я играю в новичках, попросили меня. Вот я и выясняю тут проблемы там, допустим. Лиги это просто большое-большое Г. Лига должна, я думаю, состоять 50% из прокачки и роботов и 50% из умения. То есть, условно говоря, если ты играешь из рук вон плохо, то ты можешь слиться, так сказать, да, или в лиге находиться, если у тебя хорошие роботы, в серединной какой-нибудь лиги, да? Но никак ты не можешь слиться там до вообще низкой-принизкой лиги. Элементарно, все. И не будет никаких у никого проблем. Если у тебя хорошие роботы, играешь ты долго, или ты сливаешься, или ты просто играть не умеешь, то ты максимум можешь опуститься до середины этой шкалы лиг. Все. Так, сейчас будет у нас битва, да? У него есть дробаш. Так, ну у меня, конечно, пулеметы. Так, а у него даже два дробаша. Но все-таки да. Пулеметы разобрали мои его побыстрее. Пулеметы также это для ближнего боя, кто не знает, Эвенджер и Пунишеры. Просто жесть как выносят. Но единственная проблема это у них перезарядка. Ну, вторая проблема, что в инвизи плохо попадают по врагам. Дробаши, естественно, получше попадают. Так. Поэтому любую атаку нужно, конечно, на пулеметах проводить с диким расчетом на то, чтобы ты успел уйти в безопасное место. Или 100% забрал бы врага, да, за счет обоймы. За всю обойму. Потому что когда ты ушел, когда у тебя КДшка обоймы, то это 10 секунд просто беспомощный, большой, толстый кусок мяса, который могут порвать, нашпиговать свинцом. Так. Вот видите, я играю не первым номером. Так. Впереди меня парни, там попадаю, нет, попадал. Впереди он лазит лево, тот еще впереди. По ним, получается, сосредоточен весь огонь врага. Ну, обычно я тащу команду вперед, стараюсь, по крайней мере. Лезу вперед, сливаю трех роботов своих, но стараюсь как можно больше урона наносить. Не просто тупо лезть, а грамотно. А потом уже долго-долго сижу на тулубасах. Так. Давайте сейчас так разрядим обойму. И уйдем в безопасное место. Так, все. Ждем 8 секунд. Вот у меня есть 400 на крайний случай энергоблоков, буду лечиться. Но это в крайнем случае, это когда уже будет решаться вопрос, победим мы или проиграем. В этом случае буду тратить энергоблоки, а так, в общем, на черный день, так на черный случай. Отлично, разобрал. Врагов разбираем на изи, почему-то у врагов... Во, тараны, вот они, да? Откуда у него тараны? Охренеть. Ну, как видите, даже булка, смотрите, что здесь делает булка. Ну, вот, видите, я и неправильно рассчитал КДшку пулемета. Одного слил, но, видите, не учел, что здесь респ у врагов. И, естественно, теперь был безоружный. А так бы, поверьте мне, булки бы тоже очень-очень досталось бы. Так, давайте булку сольем. Опасный, блин, робот. Так. Так, откуда у тебя булка? Откуда у вас столько крутых роботов, а? Не поверю, что вы добыли их. Честным путем. Ну, вы добыли их честным путем, но через магазин. Так, а вот этот, наверное, я совершил зря. Нет, все-таки не помогли. Потому что там у него был спарк. А спарк вблизи просто дикий урон наносит. Так. Так, булка сливается.
Да, отлично, Гриффин уработал булку. Какой позор, булка там думает, ё-моё. Надо Гриффина качать. Так, Бо, откуда ты Бо взялся? У меня такое ощущение, что в некоторых странах другие роботы почему-то. Или, возможно, какие-то старые запасы. Надо будет посмотреть пилота, он новичок или нет. Потому что сейчас Бо не продается. Но у него, вот у него Эвенджеры. И сам по себе Бо очень-очень жирный. У него хпшки немерено. Так, и давайте последний залп осуществим по кому-нибудь. Давайте по Бо. И бой закончен. Уже робота не жалеем. Так-так, уработаем. Нет, не уработали. Ну давайте посмотрим пилота, посмотрим немножко пацанов, как они попали в золотую лигу, с кем мы там вообще воюем. 5 голды заработал, 300 серебра. Урон, видите, неплохой. Давайте посмотрим мою статистику. Здесь у меня статистика вот такая. Причем я давал поиграть ребенку, он мне статистику немножко попортил. Согласитесь, для 122 побед золотой лиги такой средний урон, это просто, конечно, сказка. Смотрим пилота, который в два раза меньше урона нанес, чем я. У него есть булочка. Побед 6-6, как бы новичок. А, это не у него булка, у него Бо. А ну, в принципе, да, игрок, получается, уже давно играет. Возможно, Бо, да, он давно получил. Так, но остальное ничего интересного у него нету. В нашей команде был красный бот, красный дракон. Ох ты, блин. Золотая лига 1 у него и побед больше 1000. Да, крайне странные сборки. Явно парень не смотрит ютуберов и у самого жизненного опыта очень-очень мало. Так, полетели еще в бой. Так, карта небольшая, это радует. Берем сталкера. Вот, тоже есть куча захватчиков, маяков. Но это, конечно, меня радует, поэтому, скорее всего, бой будет победный. Ну, конечно, надо посмотреть, на чем играют враги, потому что есть неприятные сюрпризы в виде давно играющих игроков, у которых уже отличные ангары, но почему-то они сидят в низких лигах. То ли сливаются, то ли плохо играют. Но факт остается фактом, что у них роботы там на голову круче моих. И мне с ними очень-очень тяжело. Так, ну вот, видите, сталкер обгоняет легко Гаррета. Получаю я звездячек, и давайте я пойду сейчас вниз. Постараюсь захватить серединный маяк. Так, а ты что будешь делать, дружище? Оборонять? Ну, обороняй маяк. Так, серединный маяк враги почему-то не захватывают. Они занимаются кемперством, да? Значит, бой закончится быстро. Занимаю я уже, получается, в моей копилке третий маяк. Этого посливаем, отлично. Ну, я думаю, давайте, раз такая жара пошла, еще маяк заберем. Так, сваливаю. Вернее, включаю инвиз. Стану аккуратненько. Нет, меня все-таки сольет. Сейчас Гриффин на меня внимание обратит. Почему-то не обращает. Вот, обратил на меня внимание. И маяк я не успел захватить. Но ничего страшного, респаемся возле вражеского респа. И опасных роботов сливать. Так, у тебя там что? Ну, давайте посмотрим, как сливается энергобарьер у паука. С расстояния 400 метров. Меньше, чем за полобоймы от энергобарьера паука не осталось и следа. Хотя это энергобарьер один из крутейших, потому что он регенится очень-очень быстро. Так, у врагов вообще маяков не осталось. Они не могут захватить свой респу. А они вот пытаются что-то. Так, давай тобой, Наташка, займусь. Что-то ты меня беспокоишь как-то с твоими двумя дробашами. Вблизи просто ты меня разберешь, как нифиг делать. Так, ну и вот занимаемся теперь пауком. Так. Убьем, не убьем. Справились, отлично. Но дико я пострадал. И мне оторвало основной калибр. Мой Эвенджер. Который я так долго собирал и потом еще долго прокачивал. Ну и еще и прокачивать, да? Прокачка до 12 левела. 14 дней, в принципе, не так много, если сравнивать с новейшим нашим вооружением. Так. Три врага, это опасно, поэтому я буду сваливать. Потому что я с ними не справлюсь. Тем более арканы и пенаты не прокачаны. Ни хрена, Фалко! Блин. Ты, конечно, зря пошел врубиться и снял щит. Никогда так не делайте. Плохой парень пример подает. Так. Парню, как вариант, можно поставить Эвенджер и два дробаша, если там нет у него тридента. А так, в принципе, неплохой вариант. Эвенджер и два тридента.
Редеймер у парня уже есть откуда-то. Откуда у него редеймер, а? Вооружение-то просто так не покупается в магазинах, оно собирается. Так, небольшими короткими очередями работаем. Ну давайте постараемся по полной зарядить обойму и зальем, потому что бой подходит уже к концу. И хпшка моя подходит к концу. Так, прыгаем. Сейчас мы потеряем вражеский респовый маяк. И я перейду уже в кемперский режим. Сяду на тулубасы и буду играть очень-очень аккуратно. Так. А моя команда уже пересела в кемперский режим. Включила, да? Кемпер мод. Так. Отлично. Поверните голову, пожалуйста, налево. Уважаемые коллеги. Так, всеобщими усилиями разобрали врагов. Ну вот, преобладают Лео, да, сейчас в нашей команде. Там видел сталкера. Фалкончика парня слил. Скорее всего, фалкончика он купил, потому что для новичков скидки там 350 рублей фалкон. Так, ну и я хочу немножко в кого-нибудь залить. Последние секунды боя сразу включил он. Сразу включил энергобарьер. Отлично. Так, вот одного слил напоследок. Вот такие вот бои. Давайте посмотрим результаты. Отлично, 10 голды я все-таки урвал. Так, полетели в бой. Захватим респ. Ух ты, сталкер на гастах, отличная сборка. Ух ты, корона, хала и гаст. Отличный переходный этап на пуршера. Пока пуршера нет, можете играть вот на такой сборке. Если, конечно, вам хватит серебра и времени, терпения, чтобы прокачать хала. Качается, ибо это вооружение очень-очень долго. Да ё-моё. Все, нормально. Поспешил, очень хочу помочь на середине. А там кумихо. Откуда у тебя парень кумихо? И причем там не один кумихо. Давайте я буду возвращаться, пока у меня инвиз еще работает. Понятно, что мы не захватим. Все, инвиз у меня кончился. Немножко популя... Инквизитор! Что он делает в золотой леди? Кто мне скажет, а? Давайте сяду поудобнее, потому что бой, мне кажется, будет напряженнейший. Триденты мне закидывают. Кто это вообще? Откуда он взялся? Что творится? Я кто-нибудь не может объяснить. Давайте, не знаю, на пулеметах поиграем теперь. Вот, у нас есть Фалкон, Эвенджер и два Экзодуса. Что-то походу я попал в какую-то не свою лигу, что ли. Так, по нему я попаду, нет? Вроде бы урон немножко проходит. Давайте я его солью. Он думает, он в безопасности, но нет, частичный урон получает. Так, нам срочно нужно забирать маяк. Хотя бы два маяка нам нужно. Ты что, хачик что ли? Откуда хачики золотой лиги 2? Странно очень, очень странно. Так, а ты у нас кто? Ну вот и вот похожа сборка на золотую лигу. Ага. И ты похож на золотую лигу. Чудовищная сборка. И у нас пытаются отобрать наш респовый маяк. Вот такая вот наглость у людей. Так, Гриффина сливаем. Так, кто там? Ты кто? Он где-то там далеко. Немножко по нему урон проходит. Это ховер. Я знаю, там сидишь на дробашах. Ой, опасно. Так. Ему не дают захватить маяк, отлично. Парни, не уходите. Стой там, стой. Так. Отлично. Вот видели наглядно большую проблему. Очень долгая перезарядка у Эвенджера. Так, вооружение просто магнумы и глория. Пожалуйста, не толкайся, меня сейчас разберут. Нельзя стоять, там нужно как-то И тут тоже, смотрите, что творится. Опасно. Я даже использовать начал лечение. Топтыгин. Так. Ну что у меня остается еще из нормального вооружения? Гриффин на арканах? Так. Топтыгин сейчас мне сделает бабах большой. Наташа, ты должна снять ему щит, по идее. Так. Урабатываем хачика. Ага, урабатываем. Я ухожу в сторону. Ну, бои просто жестяка какая-то. Роботы просто... Откуда они подобрали? Сейчас посмотрим игроков. А скорее всего они будут тоже в золотой лиге. Просто очень-очень давно играют. Ну, такие неумейки или сливщики, непонятно. Так, аккуратненько заливаем.
Враги уже пришли в нашу хату. Ворота сломали. И нас убивают на нашем же респе. Так, все. Давайте займемся просмотром наглецов-подлецов. Так, кто как навоевал? Ну, у меня, в принципе, второе место. Ты кто? Лига Эксперт 3. Так, а моя лига Золото 2. Как эксперта засунула к нам? Сколько у него? Почти 3000 побед. Ну и посмотрите, какой у него ангар, да? По-моему, разработчики с этими лигами что-то ошиблись, мягко выражаясь мягкими словами. Почти 2000 побед. Эксперт также 3, как у предыдущего игрока. Но у него хотя бы, ну, дробаши зато, да? Эвенджер и Кумихо, в принципе. И два ангара уже куплено. Ох ты, блин, корона есть. Или что, ты не поставишь первый ангар боевой? Неизвестно. Дальше глядим. Золото 2. У этого бриллиант 2. Это выше или ниже? Посмотрим потом. Так. 1000 побед. Бой, инквизитор. Ну, здесь, в принципе, ничего страшного нету. Такого чудовищного вооружения. Дальше смотрим. Без лиги, да? Значит, парень проходит отбор. У него, в принципе, хачик есть, да? И мендер. Откуда у него все это богатство? Два гаста, 2000 голды стоит. Шторм, 2500 голды стоит. Да, шикарное вооружение, однако. В ближнем бою рвет. Стреляет, причем без перезарядки. Так, фалкончик у парня. Эксперт 3. Инквизитор есть. Так, тулумбасы, в принципе, до 7 левела прокачал. Магнумы без перезарядки вообще стреляют. И Глория тормозит, да? И крайний робот, крайний игрок, это играет на Меркурий, да? Фредди Меркурий. А где Фредди Меркурий был? Что-то я пропустил, походу. Если не ошибаюсь, на меня Фредди Меркурий упал. Но здесь тоже ничего необычного, в принципе, нету. 5 ангаров, 5 слотов куплено. Да. Зачем-то понакупал Гекка. Ну, хоть захотел такую кемперовскую сборку. Вот такая вот Золото 2. Таких игроков нам закидывает.